вопрос. Which camera should I be looking at? Какую камеру смотреть? What would you say about the jury participation at this festival? What you really appreciated? What did you like? What would you like to wish, maybe? I think what's been wonderful for me is being such a breadth of films, such a wonderful variety of films from different countries, such a variety, but at the same time, what's come through to me, through the films, through the time I've spent with the jury members discussing, through the time we've spent in Moscow, is more unified. Для нас всегда под такую же музыку выходили на заключительные такие построения, где вручались награды. И запущие тренера с Богом, и волнение, и хлебер в груди. Тот не ведает слова и тот, потому как сверди, не тверди. Спорт. Это радость побед, спорт. Это молодость лет, спорт. Это вечный огонь жизни. Спорт. Это ярость отда, спорт. Это веющий флаг, спорт. Победного прыгну, от обиды рыдал. Боксом ты все-таки выиграл, даже если не проиграл. Это все-таки добрые чувства, это все-таки дружба и мир. Кто-то скажет, как это же искусство, да и пять миллиардов. Я очень люблю кино, и для меня большое счастье объявить именно эту награду про спортивное документальное кино. Видно, что Ольга подготовилась, пришла на шпильках. Но вы знаете, борцы, кстати, и представители других единоборств никогда не стесняются, потому что братья Белоглазовы — это же легенды, друзья! Итак, лучший документальный фильм «С мечом в Британию», режиссер Светлана Харчевина. Браво! Приз получает автор первого проекта Михаил Тюрин, режиссер фильма Светлана Харчевина, руководитель компании «Витфильм» Владимир Голик. Зима
камер в ожидании. Внимание чуть подались вперед. Хлопок и все, что было ранее. Забыто, пусто, больше не живет. Отрезок суши и вот на глазе. Ты должен здесь и так преодолеть, что все, кто кровь, оказались сзади. Коснуться первым, а потом взглянеть. Эстафета, пошла эстафета. Ну давай же, дружок. Эстафета, пошла эстафета. Ну давай, друг, за тобой должок. Эстафета, пошла эстафета. Ну, ребята, ну, налегли. Эстафета, мы сделаем это, даже если не хватит земли. Идет второй, касание и третий. Летит и слышит за спиной догна, и ждет четвертый, что за всех в ответе. А он четвертый, он не должен ждать. И мир ревет, себя же замышая. И кровь, и кровь, сплошной адреналин. Бог или дьявол, кто из них решает? И так четвертый, последний он один. Эстафета, пошла эстафета. Ну давай же, дружок. Какой-то момент, когда мы скажем, все, хватит. Потому что это бесконечная борьба за то, чтобы он состоялся, за то, чтобы к нам приезжали интересные картины. Но, несмотря ни на что, мы оказались очень живучей организацией.